и 100 на 120. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня приехали в Леруа Мерлен. Нам нужен смеситель. Но мы вот зашли и застряли. Да, покажи меня. Да, привет, привет. Мы любим очень свечи. Всякие разные. И тут, в общем, тут посмотрите. Их много. А тут такой запах стоит. Генный. Вот, просто, а вот, а нам надо вот такую. Мы хотим черную. Так куда, может, маленькую возьмем? Ну да, маленькую вот такую возьмем. Такую не надо? Ну, смотрите, попозже. Три фитилька. Ну вот она 90 рублей вот эта. Ну давай, бери. И красненький. А красненький вообще вон 43. Да. Смотри, вон внизу, которая. Вот это вот. Тут разные вот. Да блин. Наставят внизу. А я вечно тут где три погибели. Я не вижу корзины. Тут вот еще есть. Что ты возьмем? Тут еще есть вот. Ароматизированные саше какие-то. У нас всего просто полно. Мало смотри, времени. Смотри, даже маленькие вот. Я красные, тебе говорю, есть, полно. И зеленые. А нам, черные, кстати, вот нам, кстати, вот и зеленые. Но мы будем знать. Ну, мы разные, да, люди. У нас пока есть. А это что? Что такое? Это, наверное, масло. Масло. А вот, вот, смотри. Обалдеть. То есть мы первый раз увидели. Мы, как это, из деревни приехали, типа, первый раз увидели. Просто, да. Тут даже можно вон это. На, держи, я пойду корзинку возьму. Ты пока на запах определить. Вон они стоят, пузыречки, понюхать. Такие емкости. Но мы тут долго задерживаться не будем, потому что мы пришли конкретно за смесителем. Я поставлю, я его постоянно ставлю сама. Он опять у нас крякнулся, душ не переключается. А берем, да, вот эту я бы этот, как это называется, кранбукс поменяла, где переключение на душ. Но она у меня не откручивается. Либо у меня сил не хватает, либо это... Ну, там резьба уже, наверное, сдохла. Так-то я кранбукс меняю сама. Когда уже... Да вроде идет. Смотри, идет. Может, я говорю впустую, нет? Да, идет. Ну вот. Вот у нас тут, как везде, как во всех. Я бы еще прихватила бы малярную ленточку одну. Смотри, как смотрели всякие разные. А тут плохо будет видно, да? Через это, да. Угу. Светильники, люстры. Попялиться только. Класс. Вот смотрите, вон там мне нравится. Какая прелесть. Топ. Вот этот мне нравится. Вот. Вот этот, я только не знаю, передастся он или нет. Он какой-то тройной. Вот этот вот. Ты видишь, тройной. Они разные вообще. Вообще само вот это вот. Ну, как это вот, это, вот эти вот железочки. Не стильно? Ага. А тройной, да. А я думала, мне такой одинарный надо. Одинарный, да. Да, я люблю вот а все такое. Мне нравится. Я какая-то... Все такое в стиле фонарей. В детстве осталось. У меня огоньки. В стиле фонарей уличных. Четвертый десяток. Вот. Че, а че у нас там это, хрущевка, там больно ты не выпендришься, да? Ну, да. А ну... вот смотри, просто как подвешенный. Ага. Черный. Одинарный. Мне нравится. Но мне кажется, это не... И смотри, недорого, 760 рублей. Это что, она, что ли, она? Подвес? Да. Ну, а кто нам вешает-то будет? Ну, я всегда люстры вешала. По жизни во всех... Подсветки смотрела. Сколько мы переезжали, всегда я... Цветы какие-то классные. Ой, я не могу, я тоже такое люблю. Мне нравится. Мне нравится. Они еще опускаются, ниже, выше поднимаются, да? Наверное. Ладно, пошли, а то времени у нас мало. Пойдем. Сейчас зависнем тут и не успеем опять. Нам еще, мы еще в Ашан хотим зайти. Да. В общем, еще надо сюда ехать и показывать. Нет, ну мы не приехали не показывать. Мы просто так мимоходом, мимолетом. С вами провести вечер. Теплоходом, самолетом. Вот это вот. Давай вот на этом заострим внимание. Смотри, какая красота арка, да? Наверное.
А что почем? А вот этот одинарный. Ты, короче, говоря, вот этот одинарный. Цветный лен. За 2000. Это для растений, короче. Вот нам такой надо. Да. Это для растений подключают. Это вот та вот эта вот лента, а она просто натягивается, да, на любой такой вот этот вот. Для растений. А, ну там можно ее протянуть просто по окну, я так полагаю, да. И она, наверное, метражом, да? Ну, я не знаю. Ну, как обычно, я... Ладно, пошли в смесители. Где они? Я где-то здесь были. Водоснабжение, наверное, да? Фу, я вот строительное вообще терпеть не могу. А я люблю. Так же, как и посуду. Одеваться некуда. Все делаем сами. Ну, это, конечно, вообще засада. Из засад. Так вот. Так, ну, нам надо быть... Нам еще надо водоотвод на эту, на ванну, но это потом. Это для кухни, а туда где-то я там брала чай. А вот смотри, направо, направо, вон. Да? Угу. Нам прям сайт. Ну вот, который мы все время брали. Так, это не то. Такой у нас был. Зачем такая свеча? Я не знаю. Мне там я. Там я была. Больница. В бейсболке. Ну, у меня сегодня глаза опухли. Поэтому пришлось одеть бейсболку. Ну, который мы все время берем. Не, мы разные берем. Мы подороже брали один. Ломается. А у нас, да, у нас, потому что вода то горячая, то супер горячие. Так, ну вот эти пипочки, конечно, это уже не... А у меня есть, кстати, вот этот переходник такой, да? Супер-пупер, да. Заказывали специально для меня. Он у меня так и лежит, мы его не использовали. Ну, и вот, вот сюда вот, вот за место вот этой пипочки, когда она вот эта вот сломается, у меня есть такой классный переходник. Ну, это, что, зачем, зачем деньги тратить, когда переходник? Просто вот эта часть вставляется и закручивается. А, господи. А там что? Деньги. Ну, тут вот такой. Получается, 893. 1220. Тоже такой. Ну, тогда это... Ну, как всегда, как ну, мы всегда, как всегда, нет такого, как всегда. Нету, да. Ну, я же тебе говорю, что нет. Ты душ. Так, я тут хожу, брожу. Нам бы, конечно, и на кухню надо поменяться. А это просто краны. Это краны для раковин. А здесь? Может, они где-то завуалированно лежат, как обычно. Попом. Я вообще не вижу. Здесь дорогие. Нам один фиг ломается. Что дорогие, что дешевые. Ну, пойдем возьмем тот. Тут зачем? Просто у нас горячая вода, выпьет его и все расплавит. Ну, это понятно. Ну, я поменяю тогда. Что-то других-то нет. Я помню, тоже в тот раз искала, они где-то отдельно лежали. Ладно, давай пока отключимся, да? Давай. Сейчас выберем, а потом тогда мы к вам вернемся. Ну вот, смеситель мы не купили, потому что там такого нет, какой нам нужно. Хотя такой большой магазин. Мы почему-то думаем, что мы купим. Ну вот, зашли в Нью-Йорке. Здесь много распродажи. И вот, нашли вот такую кофточку. За 500 рублей всего. Мы брать не будем, потому что... Потому что дочка говорит, что ей красный цвет не идет. Даже несмотря на то, что красная помада, сразу лицо становится не свежим, да? Ну, а так неплохо. Я не знаю, мне нравится. Ну ладно, ты переодевайся. Давай, я еще что-нибудь померяю. Ага. И посмотрим. Еще сейчас что-нибудь она. Она там еще взяла толстовку. Но мы в основном
в мужском отделе, потому что в женском слишком маленькие размеры. Тут есть распродажа. В общем, она зашла посмотреть очередные штаны себе спортивные. И ничего она тут не увидела. Сумки. Обувь. У нас большой здесь в Нью-Йорке. Часто бывают скидки. Дурацкие сумки. Так, ну чё она? Это какая? Там, короче, две майки висели. Это XL, а это... 2 XL. По 249 рублей они. Да? Ну как она себе? Большая, мне кажется. Значит, мне пойдет. Надо взять. Вообще, хорош повернись зад. Ну, я возьму, но поменьше. Ты возьмешь поменьше? Ну, сейчас я померю, еще можно, в принципе, тебе взять. Ну, да. Ну, вот сравни, ладно. Вот что, это красный цвет, да, и черный, да? Разница-то есть, ну, разница, да, не идет. Ну а что за 249 рублей? Давай возьму, там всего две черные были. Не, майки возьмем, сейчас другую еще померяю. Угу. В смысле, такой, как... видишь, как черная снижает, а красный нет. Ну черный вообще наш цвет. Так, ну это я беру. Угу. Сейчас я их цель померяю. Время уже поджимает, как всегда. Мы, как всегда, последние. Вот, смотри, это XL, это прям вот. Ну, это как раз на тебя. А ты и ту возьмем. Ну, если тебе мне не жалко, давай возьмем. Давай. Она мне по длине нормально будет, как ты думаешь? Ну, не будет нормально, я, в принципе, сношу. Ну, да, то у меня уже майки Димбургер, он уже у меня вообще весь износился. Для меня ходовое, в принципе. Ну, все, а что там еще? А ты прям на майку одень, чтобы это... Ну как хочешь. Ой, так жарко. Я вообще одела плащ. Я одела плащ. На улице 0 градусов. Там что-то вроде снег пошел. Но у меня уже по спине все течет. Здесь ужасно жарко. Не, вообще, как не продуман. Ну как? Вот это XL. Ну а задом? Ну там 4. Ну хорошо, как раз. Взять 4 себе. Ну это же твой стиль. А, этот капюшончик, да? Вот она. Модель XL. XL. Ну все, берем, давай, переодевайся. А вот это мне нравится, это хорошо. Вот сравнили красный цвет и черный? Сравнили, друзья? Какой лучше, красный или черный? Конечно, черный. Ну все. Тот хороший, кстати, ну, цвет. Да, ну все. Примерка пока закончена, я отключаюсь. Ну вот, друзья, вышли мы. Расплатились. Магазин закрывается. Вот наши покупки. Так немножко купили кое-что. Но русскую красавицу мы успели купить. Вот она. Наконец-то. Тут дочка мне уже все уж прожужжала. Они так-то у нас 400 с лишним рублей стоят. А здесь, по-моему, 256, что ли, 258. Все. Сейчас пойдем на улицу. Может быть. Блин, так есть охота. Купили 2 сырочка. Сейчас, наверное, зажуем по сырку. Может быть, кофе купим. Пока идем по длинному-длинному коридору, где уже все закрыто. Может, кофе попьем с сырком. Халиаль. Халиаль. Закрыто все. Халиаль, кстати, масло. Спред, масло. Мне нравится. Че, пошли? Ну все. Пойдем
бери сетки. Сейчас мы закончим тогда. Мы сейчас, знаешь, что, наверное, с тобой? Может быть, кофе возьмем? И по сырочку, и по глоточку. А то до дома у нас все-таки далековато. Не знаю, как... Скажи восточный кофе. Как мы... Ой, это моя слабость. Вообще, я вообще люблю Среднюю Азию. Средняя Азия – это моя слабость. Чай. Вообще. Хоть я и северный человек, но я бы там жила. Посмотрите, какая красота. Я, кстати, тоже собираю поднос, но таких у меня, конечно, нет. У меня простенькие. Но много. Ой, как я люблю все это, что связано со Средней Азией. Была в Ташкенте, в Наваи, в Душанбе. Успела, так скажем, при советской власти. Тут вот контрафактные. Вот смотри, губы. Какие-то губы, тут новый заряд. Уже типа вон, губы. 425 рублей. Это сезон такие. Любви есть. А сезон любви мы с тобой не знаем, какой. Да. Ну-ка. А что там то, еще? Что давай посмотрим. За 255. Да. Да. Ладно, погнали. Закрыто уже. Как нет, час. Но все-таки интересно. Интересно, да. Мы не знали, что тут есть. Ой, а как мне нравятся эти трубки. Вот смотрите, господа. Вот, трубочки. У нас одна такая дома есть. Ну там мужской парфюм, но в трубочках. Все? Ну, пошли, фиёк возьмём. Кофе где возьмем? Здесь да или там? Давай здесь. А где там? Там тоже есть? А, ну там, где подземная это? Пошли подземная там. Кофе. Да. Поставим кофе, попьём. Да, где подземная парковка. Чайники всякие тут разные. Как хорошо, когда народу никого нет. Mm-hmm. Мы вообще не любим, когда много народу. Мы такие ночные гуляющие. Слышали? Через 5 минут. Все, да. Сейчас дверь все закроют. 11. Ничего не закроют. Закроют сразу. А там еще вон продавцы работают. Ой, вовсю работают. Именной двор Ложкина. Типа ложки именные там разные. Угу. Анфисы, конечно, нет. С надписью. Мы твоей подружке дарили, да? Да. Ольга. Я не знаю, ест она, пользуется, не пользуется. Дарили, да я чуть плохо помню, вроде дарили. Дарили. Мы дарили Жене, Евгений. Ему, по-моему, пофиг на наши подарки. Да, вообще срать, я... он денег побольше. Угу. Мне кажется, он вообще выбрасывает, а чем мы дарим. Такой вот у нас сынок. Хотя все говорят, ой, какой ты воспитанный, как хорошо тебя мама воспитала. А он типа, да, а он типа, ой, я маму, я ее люблю, я ей все, все я для ней. Я 2 года уже не вижу и не слышу. Ну ладно, бог с ними, лишь бы здоровы были. Ну вот, мы подошли к кофейным аппаратам. Сейчас купим кофе. Достанем по сырочку творожному. Там у нас вниз парковка подземная. И все. И будем добираться. На этом заканчиваем. Прощайся. Пока-пока. Всем пока. Любите нас, заходите к нам. До новых встреч. Да. Всем огромный привет. Да, кто мы очень смотрим. Мы очень рады, что вы нас смотрите. Да. Всем пока. Вот она я в маечке. Она мне вроде хорошо. Теперь у нас дочка будут одинаковые майки. Да, 2 одинаковые купили, просто разного размера. Ну как, нормально? Да нормально. Ну теперь точно прощаемся. Мама. Да, всем пока-пока. На Варшаву.